Слава Богу, друзья! Слава Иисусу Христу, Спасителю нашему Господу! Благословляю всех вас, возлюбленные дети Божьи, из Тулы с любовью во Христе Иисусе. Молюсь о предстоящем нам празднике обновления и благословляю нашу Киевскую архиепископию Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, архиепископом, который я являюсь. Благословляй наших священнослужителей в это время очень тревожное, страшное, темное время, но мы, дети света, не во тьме. Мы во свете и несем свет в этом мире. Даже если кругом война и ненависть и разруха, даже если кругом беда и горе, мы, дети света, несем свет. Мы, дети любви, несем любовь Божью. И молюсь о том, чтобы действительно и все наши священнослужители, и верующие вот общин Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя в разных уже странах находящихся, да, чтобы горели этой любовью, божественной любовью, потому как действительно любовь — это все, все, что нам нужно. Это цель всех заповедей Божьих. Это смысл всей веры. Вера, надежда, любовь. Но любовь больше. Любовь больше всего. И знаете, как вот здесь у нас сегодня красивый образ такой. Вчера было еще черным-черно все. Темно. Снега не было. И вот ночью выпало много снега. И утром шел снег. И вот прекрасный образ, что Господь, Он делает нас белее снега. И все уродство этого мира, все безбожие этого мира, весь грех этого мира, вы знаете ли, действительно, во Христе Иисусе Бог простил весь мир. Ибо так Он возлюбил весь мир, все творение свое. И возлюбя весь мир, возлюбя всех нас, Он отдал Сына Своего, Единородного Своего, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И оправдавшись верою, мы имеем жизнь вечную через Господа нашего Иисуса Христа. В таком соборном послании сегодняшнем хочу снова и снова напомнить вам, братья и сестры, Евангелие Царства Божьего, которым мы спасаемся, которым спасены. Слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому. Слава навеки Богу Вышних, и на земле мир, в людях благоволение. И праздник Ханука этого года, я молюсь о том, чтобы он стал для всей нашей архиепископии такой новой вехой, что ли. Недаром ведь одно из служений нашей церкви уже много лет, да, является Ханука. Да, Любовь Давыдовна Кушнир это служение вела в Киеве. Сейчас из-за войны, да, война разбросала всех нас в разных странах, по разным странам. Рассеяны мы. Многие верующие уехали. Я сам не могу в Киев попасть. Все эти уже больше 2 лет. То одно, то другое, то локдауны эти, то границы перекрываются, сейчас война это. Но для Божьего Слова нет уз, и для Божьего Слова, для Духа Святого нет этих преград. И слава Богу за интернет, Он дал нам интернет, дал нам Господь возможность жить в эпоху интернета. И не только для Духа Божьего нет преград, но и вот, пожалуйста, благодаря интернету можно иметь общение хоть какое-то. Хотя бы такое. Хотя, конечно, по совести говоря, лицом к лицу, уста к устам, ничто не заменит. Но в Боге это есть, друзья, братья и сестры. Ох, друзья, благословляю всех вас, дети Божьи. Благословляю всех священнослужителей и тех, кто уже нес служение эти годы. И те, кто сейчас присоединяется, в Бразилии в частности, да,
где наш архиепископ Ифа сейчас трудится, в других странах. Пусть Господь благословит всех и вся. Возлюбленные, нет никого, кроме Бога одного. Нет ничего, кроме Его любви. Да, друзья, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми нами. Аминь.